уверенность, спокойствие, сила, красота, богатство, уверенность, спокойствие, сила, красота, богатство. Пиранья. Рыбаки, видать, забыли рыбу. Оставили на берегу. А мы опять водичку. Прекрасное утро 25 июля. У нас сегодня серьезная беседа. Очень серьезная. И опять на тему плагиата. Да ё-моё. И опять не я ее начал. Но мне надо ее продолжить. И победоносно закончить. На то граф есть граф, мать его так, граф этого. Так, начнем с плагиата. Структурируем. Распадается на две вещи. Вот первая вещь, смотрите, начнем с примера. Ученые трудились, пыжились, думались. Создали атомную бомбу. Научная мысль, там документация. Естественно, все это надо воплотить в продукт. Все это было сделано. В каком году там? В 45-м взорвали. И буквально там лет через 5, если не меньше, уже создается водородная бомба. По своей характеристикам, по мощности, ну не знаю, во сколько там, в сотню раз, если не в тысячу раз, больше, чем атомная бомба. Но водородной бомбы не было бы, если бы до этого не создали атомную бомбу. Потому что для того, чтобы произошла, что там, термоядерная реакция этого там, что там, водорода, нужна температура, которую создает атомная бомба. И в итоге получается, что атомная бомба всего лишь навсего запал к водородной бомбе. То есть, видите, как научно-технический процесс и прогресс мысли с атомной бомбы скаканул на водородную бомбу, и это получился качественно иной скачок. Теперь перейдем ко мне любимому графу. Смотрите, в чем фишка того, что я сделал. До меня были разрозненные оздоровительные средства. Как народные, так там и медицинские. И причем кое-что было обосновано, кое-что было не обосновано. То есть было, да, то там по питанию, по очищению, по голоданию, там,
Даже по индивидуальной конституции было все это там такое. Но это не было приведено в единую систему. Опять-таки, пример Менделеева. Были разного рода элементы. Были. Но для того, чтобы они были приведены в систему, системы не было. И чем нам запомнился особо Менделеев, помимо того, что он обосновал там пропорцию спирта воды в водке, ну, это так упрощенно, он сделал вот такую вещь глобальную. Он привел все элементы в единую систему и обнаружил, что там имеется своя красота, своя закономерность, свое действие. Улюшки едят, улетели. Свое действие. Получилась какая-то струйная система, с которой можно работать, и более того, можно предсказывать следующее. Так вот, я, любимый, в процессе своей деятельности, не понимая того, привел вот это все в единую систему с учетом того, как надо начинать, как надо продолжать, как надо закреплять, как это все меняется с учетом сезонов года, с учетом возраста человека и с учетом его индивидуальной конституции. То есть каждый человек может при желании разобраться с этим, потому что написано, как это надо делать в основах здоровья, в целительных силах. Не так там, это так сыроватая первая книжка, а вот в основах здоровья я уже к этому делу подошел. И создать именно для себя свою собственную индивидуальную систему. То есть все эти знания приведены в порядок. Насколько я там знаю, Шелтон Гербер, да, он там написал, там и по голоданию, он написал книжку и по питанию. Брех, он там свою сделал. Доброе здоровьица. Доброе вам. Вот, он просто все это прекрасно к себе применил. Шаталова. Там система естественного оздоровления есть. Можно работать. Но об индивидуальной конституции ничего не сказано. Это так. Основное. Далее, Порфир Корнеевич Иванов, он свою там систему сделал. Предложил, вернее, закалки, тренировки. И вот некоторые темы, почему, вот будем говорить, возвращаемся к одному и тому же. Да потому что одна и та же тема. Одна и та же тема. Она каждый раз может восприниматься совершенно иначе. Иначе. И, как бы сказать, новой гранью поворачивается, высвечивая что-то такое для тебя, какую-то новизну. Вроде бы ты там можешь все знать в том же питании или еще в чем-то. А только раз. Ага. О, да тут смотрите, какой интересный поворот. Какие интересные знания. И даже-то они бывают более важные, нежели думал, о, я все уже до этого знаю. Поэтому есть темы, которые мусолятся всю жизнь. Это значит, я рассказал вам о плагиате, привел примеры, аргументы и факты.
пока закончим. Это первый вопрос. Второй вопрос. Это уже нравственный. Это уже духовное совершенство каждого человека. Тот человек, который вот сказал про плагиат и будем говорить, зацепил меня этим, скажем так, чтобы было проще и яснее. Я не считаю, что он в чем-то виноват. Если тебя зацепили, значит, в тебе есть какой-то духовный изъян, духовный нравственный изъян, с которым, чем сильнее тебя зацепили, тем надо быстрее работать. То есть он тлеет в тебе и разрушает изнутри. Потихонечку, полегонечку. И даже скажу больше. Создает, сейчас все начали оценивать с позиции вибрации, создает более пониженные вибрации, на которых могут паразитироваться условно патогенная микрофлора, а также и явно болезнетворная микрофлора, начиная с вирусов, притягивается к соответствующим вибрациям, бактериям, грибку, потом простейшие и, наконец, такие глисты. То есть, имея духовный изъян, ты тем самым можешь и на физическом уровне притянуть к себе вот этот весь зверинец, который будет тебя есть. И привожу опять-таки, очень важно понимать, не просто вот я сказал вот эту вот фразу, и как-то вот относитесь вы к ней, как-то относитесь, додумывайте, а я ее обосную. Вот мы сейчас применяем различные противопаразитарные средства, так сказать, изгаляемся, изощряемся, чтобы все это там вытравить. А святые ничего не делали в этом отношении. Ничего не делали. Они работали со своей духовной основой, которая меняла их уже энергетику, их уже, так сказать, их уже, как бы сказать лучше, физическое тело. То есть физическое тело, в конце концов, делается из энергетики. И вот в зависимости от того, что это за энергетика, как она сложена, это может быть, опять-таки привожу пример, это может быть на основе углерода, вроде бы одно и то же. Это может быть уголь, это может быть графит, а может быть алмаз. То есть они, работая так, на духовном плане, свое тело превратили в алмаз, которое перестало разлагаться. То есть оно забальзамировалось. И их вот эти вот проблемы, как вирусы, бактерии, простейшие паразиты, перестали просто-напросто волновать, потому что их вибрации были намного выше, нежели всего этого. И они просто-напросто к ним не приставали. Их тела лежат, еще есть и мира с них течет. Удивительно. Феномен. На современном уровне это все пытаются решить там с помощью прививок и объедайся сахара, конфет, тортов, пивко, греши, значит, совокупляйся,
вот тебе там разного рода стимуляторы там половые и все там такое. То есть, с одной стороны, вроде что-то пытается сделать, а с другой стороны, все это перечеркивает многократно. То есть, вот это я пытался вам донести. Донести. Второй вопрос насчет плагиата мы закрыли. Третье. Насчет графа. Граф нищает. Граф нищает. Приведу, но сначала, прежде чем привести два примера, я вам расскажу. Вот она у нас жизнь. Я там такое видео сделал. Жизнь как сказка, там, жизнь как мелодия. Вот все это можно сделать. То есть надо, лично я считаю так, вы можете там по-своему считать. Так я как раз и свой опыт, о своем опыте и рассказываю. Но вы по-всякому воспринимаете. То есть надо жить интересно. Я считаю, надо жить с выдумкой. Надо по возможности, если есть такая возможность, окружить себя такими, будем говорить, вещами, которые бы создавали вам настроение. Зная, что для того, чтобы ездить там на Моби Дике, надо было потрудиться не один год, если не более того, чтобы это у вас что-то там, ваша мечта там воплотилась. И уже это поднимало бы вашу самооценку, самоуважение. Не обязательно там кому-то пускать пыль в глаза. Вот смотрите, я такой-сякой. А именно себе, для себя любимого, потому что именно ваш дух пришел сюда и совершенствуется. Он здесь совершенствуется. И чтобы этот процесс совершенствования вот был на пользу, был в радость. Естественно, различные события будут, но к ним подходить с точки зрения, а чему оно вас научит. И почему мы мыслим еще одну и ту же тему, что некоторым надоело, вот жалуйся, вот то все. Да для того, чтобы ее пройти, там, допустим, обиду, еще что-то, порой требуется вся жизнь, а то ее мало. И вот вроде бы ты все это осознал, понял, а тут только раз новый. И вот случай. И вот для тебя, чтобы, как бы сказать, обрести душевное равновесие, ну, требуется там месяц, а то там полгода человек отходит от душевной травмы. А помимо того, если он осознанно это все проходит, ему на это уже требуется меньше времени. То есть он мусолит в себе, мусолит, да. Это такой процесс, это нормальный процесс. Это естественный процесс работы над своим сознанием, над его совершенствованием. И в итоге, при каждом случае, процесс восстановления душевного равновесия требуется все меньше, меньше, меньше. Трах-бах, и вы восстановились. И есть смысловая сторона, когда вас там, ну, допустим, как-то зацепили, смысловая сторона. Вот она требует, как бы сказать, работы по распутыванию этого смысла, осознания, что с чего начинается. А есть эмоциональная сторона. То есть, с каким посылом это было сделано? Если посыл был такой эмоциональный, энергетически насыщенный, то вот именно он вас бьет. Это вот интересная вещь. И именно на него вы так остро можете отреагировать. То есть одно дело там за спиной вам сказали, ну что-то такое неприятное. А то другое дело,
прилюдно в глаза, и так еще там с трибуны. Вот это уже совсем другое. Это совсем другое. Это я рассказываю не к тому, чтобы вы понимали, что я там жалуюсь или еще. Это я рассказываю, что это у каждого человека такое происходит. И расскажу, как я к этому подхожу. А вы можете это взять, можете не взять, можете. Это ваше дело. Но, по крайней мере, одно дело человек знает и на примере чем-то уже. Ага, и соотносит к себе. А другое дело он вообще не знает. Как это происходит с нами в детстве? Когда мы там обижаемся, игрушку не купили. Когда мы обижаемся, там, девчонка там или мальчонка нас вот как-то не поняли. Мы тут любим, а они нас не любят. И гадят, и гадят. И в более взрослом. То есть все это начинается оттуда, естественно. Тянется, и мы всю жизнь работаем. И именно вот работа, а не то, что мы тут руками создаем пенсию, себе там зарабатываем. Вот. То есть эти две вещи разобрал. И еще надо закончить то, чтобы тему жить интересно. Так вот, жить интересно с выдумкой. Ну, можно по-всякому блекло тут как-то пройти, ничего не увидеть вот этого великолепия природы. Можно только на мусор смотреть, а можно наоборот на небо смотреть. Что вы делаете? Мы, вот как паучок, паутинку плетет и сплетает некое, будем говорить, пространство для жизни, которое его и кормит вдобавок. То есть вы плетете свою паутинку, прорастаете пространство своими мыслями. И тут жизнь так построена в нашем обществе, что норовит нас принизить, унизить, растоптать, сделать какой-то серой, блеклой массой. А тут вы себя возвышаете. У меня задолго до этого появился свой герб. Вот придумал я. Кто вам мешает что-то этакое сделать? Свой герб, свой девиз. Вот. И тут еще подвернулся, конечно, такой смешной случай, как арабство. Ну, раз подвернулся, так подвернулся. Ну, я думаю, тоже это неспроста подвернулось такое. Добро здоровье. То есть все идет одно к одному. Живите с выдумкой, с интересом. Теперь насчет, и как бы сказать, тем самым я вот графом стал в 2011 году. Можете посмотреть видео, где я там заявляю о том, что я там граф и прошу относиться к себе как граф. Это не требование к другим людям. Это в первую очередь требование к самому себе. Чтобы ты, если чем-то там таким назвался, этому и соответствовал. То есть ты заявляешь пространству. А я вот такой вот, смотрите, вот такой вот я. И начинается взаимодействие с пространством. В зависимости от твоей выдумки. Вот что интересно. А теперь два случая из жизни. Первый. Гарри Гудини. Он создал вокруг себя образ такого какого-то чуда человека, очень рискового и в то же время очень успешного. Счастливчика образ. Как это делалось? Один из случаев. Рассказывает о Гарри Гудини. Значит, рассказчик
Говорит, мы где-то сидели в кафе с ним, что-то там разговаривали, беседовали, там кофе, чаек попивали. Играло радио, тут раздается сообщение, мол, произошла ужасная авария на таком-то вокзале, там что-то невероятное, та-та-та-та-та. Гарри Гудини срывается с места, и все, я его не видел. Потом в газете я увидел снимок Гарри Гудини, который там лежал среди обломков этого поезда. И статья была примерно названа так. И при этом крушении в живых остался только один — Гарри Гудини. То есть создание такого имиджа. Второй случай. Это мой знакомый Виталий. Ну, он такой крепенький был мужчинка. Любил шататься по разным вокзалам, таким местам. Знаком был, естественно, с соответствующей публикой. Вот. Ну и как-то где-то там вечерком на Бану, это так они называли вокзал, кто-то там знакомый: «А, привет, Виталий, как там дела?» А он им: «Все отлично. Четвертак — это 25 рублей. Ну, 25 рублей — это примерно как сейчас 25 тысяч. Значит, четвертак у меня всегда в кармане. То есть большая сумма. Вот. И дальше прошел там. Ага. Потом выходит в какое-то темное место, заходит, его по голове бабахнули. Вот. Очнулся, и он понял, что у него там в карманах особо денег нет, но вот это вот его хвастовство насчет 25 рублей сыграло такую шутку, что ему дали и ограбили. Вот. Вот его, значит, потянули за язык таким вот образом. Вот такая вот мораль. Поэтому тут вроде бы я рассказываю о том, о сём, но на самом деле, да, было время, были возможности, что-то я там такое сделал, но в данный момент, вот у меня моя пенсия, и я потихонечку вот коптю на ней с теми прошлыми наработками материальными, что у меня тут были, там остались, но не более того, это так, ерунда. Вот. Что еще сказать? Вроде бы даже все и рассказал на эту тему. На тему плагиата. На тему, значит, графа. Вот. Можно повториться на тему важности там графа с точки зрения себя, именно себя. Вот. Каждый может присвоить себе тот или иной титул и внутри себя пытаться этому там соответствовать. Пытаться этому соответствовать. Естественно, навязывать это как другим окружающим, это
вещь неблагодарная и только вызовет какое-то озлобление и насмешку. Далее я все рассказывал, там как раз это мне прислало письмо, и я так вспоминаю это письмо, по нему там прохожусь, что вот вы учите там нас, как бороться с негативом. Я лично никому не имею никаких претензий. По крайней мере, стараюсь. Основные претензии к себе, любимым графу. Вот жизнь, это, можно сказать, поле с бескрайними возможностями. И для того, чтобы эту возможность выбрать, имеется ум. Вот с ним-то ты и работай. И вот я всем этим делом занимался не для того, чтобы, знаете, вот, как говорится, поднялся там человеком, стал там, та-та-та-та-та. А я всем этим делом занимался, потому что решил чисто прикладные задачи. Задача номер один. После того, как я женился, и все это на меня навалилось. Банально, просто выжить. Помощь пытался получить. Ходил по врачам, делали. Но все возвращалось. То есть эта услуга меня не удовлетворила. И либо ты ищешь сам, либо молодая жена, ребенок, все, что ты там надумал, семейную жизнь, для тебя уже прекращается. Вот такая вот задача. Материала ноль. Ну, как-то я уже повторяюсь. Надо найти. Надо с ним работать. Надо его применить и благодаря ему стать. А потом уже появился интерес к тому, как это все работает. Это уже самообразование. Ну, дальше я рассказывал. Самообразование, написание книг там. Лекции, продажи этих книг, потом уже подключается издательство. Кстати, ростовское издательство, вот в Ростовской области, ростовское издательство, к которому я обратился, мне было сказано так: хорошие твои книги, хорошие, сам директор Баю, ну вот как-то не решусь их печатать. Вот мы так поговорили на эту тему. И буквально через полгода в Петербурге начинается массовое их издание. Миллионные тиражи. И вот человек, который всю жизнь проработал в издательстве, который должен все это знать, он не понял коммерческую возможность этих книг. Так, банда пришла. Банда чужая. Этих собак я не знаю. Не знаю. Сейчас банда рыщет. Сейчас они встретятся с теми собаками. Далее, конечно, вот знаете, я вам написал такое видео, записал,
отстоять самого себя. Но я вспоминаю себя. Штанги, когда я начал заниматься с моим как-то телосложением. Ты там никто. Общее мнение, ты никто. Вот. Я доказал самому себе, а не им. Обратное. Далее книги. Я помню, как в Белгородское издательство прихожу что-то там забрать, свою часть книг. Вот. Меня там не знают, естественно. Там я сижу в приемной. Но доложить доложили, что приехал там такой-то. И опять-таки какой-то там руководящий работник издательства. Женщина сидит. Да кто эти книги будет читать? Однако нашлись люди. Далее даже вспоминается такой случай. То есть я получил там свою долю книг, книгами, не деньгами. Стою на Невском проспекте. Тогда это все можно было делать. Возле книжного магазина. Вот в книжный магазин их там положили, и никто на них особо внимания не обращает. А я тут стал рядом с этими книгами. Люди останавливаются, я объясняю. Подходит какой-то человек с какими-то, так сказать, своими представлениями. Что это за книга? Да тут никто ее не купит, да никто ее не знает. И так знаете, тут тебе высказывает в открытую. Что ты тут никто, а никак? И что ты тут стоишь? Я говорю, ладно. Как только он ушел, я все свои экземпляры распродал. Вот буквально так в течение где-то часа. А в книжном там лежат, пока там их разузнали. Потом, когда я ходил за билетами там, я видел женщину, ну, таких средних лет, ближе к пожилому возрасту. Жаль, что я к ней не подошел. Вот сколько там раз я был, это не один год, она стояла и только торговала моими книгами. Только ими. Вот такая вот интересная женщина. Видать, ей как-то это все здорово помогло. Вот, то есть, кругом все хотят тебя только принизить. Кто ты, что ты тут? Зубов нету. Пятна белые, лысый. Ты никто и звать тебя никак. Я уже так не вспоминаю пародии. Причем такие пародии. Когда ты сидишь в зале, на тебя делают пародию. Такую ахинею плетут. Что это тоже как-то не всякий человек выдержит. Люди бегут. И выстоять, выковать в себе этот стержень, благодаря всяким там нападкам каким-то, еще там что-то тут тебе бросает вещи. А ты крепчаешь. Вот об этом я рассказываю. Ах, можете вы взять это, не можете вы взять. И очень важно слушать, что я говорю. А то у человека я говорю об одном, а у него какие-то мысли совершенно о другом. Например, я там рассказывал, что вот проснулся в сон, что вокруг меня змей. А мне написали, что это ваши, что вы сказали, что, мол, это эти самые
подписчики в виде змей вас оплели. То есть такого не было сказано мной, а какая-то ассоциация возникла. Ну и так далее, не буду я говорить. И даже не буду говорить, что воспринимаете это правильно. У каждого человека свои наработки, свое сознание. И как бы ты тут ни корячился, каждый воспримет это по-своему. Некоторые могут что-то взять из этого и применить к себе, и получится. А другие, наоборот, это сочтут таким материалом для дальнейших разборок. Но еще раз хочу сказать, что есть одни и те же темы, которые разбирает каждый человек и мусолит себе каждый человек всю жизнь, всю жизнь. Для того, чтобы как-то успокоиться. Тема считается. Бандиты идут. Проработанный для человека — это тогда, когда он к подобной ситуации относится спокойно. Ну, также можно сказать, и хороший вариант — это когда быстро успокаивается. Но здесь, подчеркну, влияет эмоциональный посыл, сила этого посыла. Вот на что человек и реагирует. То есть он, как бы сказать, почему мгновенно вспыхивает, потому что эта энергия такая, опа, в него вошла, соответствующее, будем говорить, соответствующее качество. И, естественно, возбуждает подобное, то, что у него там было, подобное, притягивается к подобному, усиливает подобное. И человек так тогда бурно реагирует. А потом успокаивается, вспыхнул, отошел. Хорошая беседа, хорошая. И у каждого человека, самое интересное, внутренняя жизнь своя. Это вот, видите, как я хожу там, рассуждаю. А каждый человек про себя рассуждает на различные темы. Что, почему, как. Вот, поэтому я вам рассказал, что можно подходить к себе с самоиронией, возвеличиванием. То есть важно себя трезво оценивать, в конце концов. А от окружающих что требовать? От них ничего не потребуешь особо. Быть самим собой, трезво оценивать себя, над недостатками работать, в то же время стараться тянуться к лучшему. А здесь как раз и мысли, и слова помогают. Вот я вам еще пример привел. Это паучок, плетущий паутинку, которая для него и жилище, и кормушка. Вот такую вот паутинку сплести из своих благих намерений, добрых мыслей, правильных слов –
И глядишь, она начинает. То есть вы создали возле себя такую интересную энергетическую среду, которая уже имеет воздействие и продолжается на материальный план. То есть и в материальном плане у вас начинает что-то получаться. И когда я говорю об этом, если бы я сам через это не прошел, то, естественно, мне нечем было бы с вами говорить. Вот это самое главное. Вот это самое главное. И, конечно, к таким беседам, опять-таки, в зависимости от того, от развития человека, один может взять очень многое. И, можно сказать, даже будет спасением. А для другого это болтовня какая-то. Причем начинают какие-то там вещи искать, которых там нет. Вот. А раскрыть себя в жизни, ну, непросто. Далеко не просто, но возможно. И вот как раз вот эти вот все беседы, все это, что тут я рассказываю, все это раскрытие, в данном случае, меня самого. Но это все можно применить к себе, набраться смелости, изменить жизнь, поверить в себя. Ага, различные ситуации, естественно, будут. Отнестись к ним разумно, понимать, где критика, оговор. А иногда вообще не обращать внимания, ну, за исключением эмоций, которые посылаются в вашу сторону. Они вам тоже не нужны. Об этом я рассказал, как я поступаю. Для меня это очень действует. Человек я мирный. Но бронепоезд мой стоит на запасном пути. Зачем мне там разного рода там посылы в мой адрес? Это как государство, так уже переходим на такой уровень. Если оно не научится защищаться, его растащат на кусочки. Фу, видите, как сколько тут наговорилось. И основная работа делается, естественно, на мыслительном плане. И еще одно замечание. Вот ведя такие беседы, можно сказать, задушевные или открытые, можно подумать, что это делает там какой-то глупый человек, что-то тут мелет. А другой человек понимает, что вот это, что он рассказывает, можно использовать против него там что-то там такое. И вот надо быть уверенным в себе человека, причем мыслить, что этими беседами ты не пытаешься кого-то оскорбить, кого-то там унизить, а стараешься все это сделать наоборот. Вот такая вот защищенность какой-то чистотой и правдой. Вот эту вот внутреннюю правду
многие таят в себе. Они боятся признаться самому себе, что с ними там происходит. А я не боюсь это делать. Можно сказать, выставляю это на показ и рассказываю, как я с этим работаю. Как я работаю? И это главное. Обнажиться и в этой обнаженной наготе смело идти по жизни. Потому что только она основной судья. И твоя внутренняя правда, внутренняя совесть руководят тобой. И ты честен внутри себя перед собой. И тогда никакая ерунда тебя не возьмет. Это мое мнение. Ну что, заканчиваем нашу беседу. Еще разок подчеркну, что смотрите. Создали атомную бомбу. Это один уровень знания и один уровень возможностей. А уже на ее основе что-то там дополнили, додумали и создали водородную бомбу. Это уже другой уровень знаний и другой уровень возможностей. Были оздоровительные средства, вот они, рецептура там, методы. Но собрать их в кучу, в встроенную систему и показать, как это делать, это уже совершенно иной уровень знаний. И так оно и должно быть. Одни создают рецепты, а другие создают системы. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!